По словам директора Уфимского аэропорта, в этом году международный пассажиропоток уменьшился на 45%. Как отметил министр транспорта России Максим Соколов в ходе рабочей поездки в Уфу, данная тенденция наблюдается по всей стране. Это связано с ограничением авиасообщения с Украиной, Египтом и Турцией. Мы сейчас Турцию восстановили, поэтому я думаю, что поток показателей пассажиров быстро придут к прошлому 2015 году. Ну, Египет тоже. Египетские коллеги очень быстро двигаются по пути устроения всех замечаний комплексного данного обеспечения безопасности. Я думаю, что в следующем году уже уверенно мы начнем в полном объеме обеспечивать пассажиропоток к прошлому 2015 году.